Привет всем, ребятки, вы снова на канале FrontBet. У нас чемпионат Белоруссии. Снова наши любимые на нынешний момент... дефицитные вот эти матчи, которые у нас остались. Но там у нас на подходе уже чемпионат Южной Кореи. Мы будем их тоже заигрывать. Ну а сейчас у нас чемпионат Белоруссии на 8 мая в 17:00 по Москве. Слуцк. Энергетик БГУ. Ребята, здесь сразу вам я скажу, что у нас на этот матч будет наш очередной конкурс. Правила конкурса вы все уже знаете. Пока никто у нас не угадал, не выиграл, не сорвал наш такой небольшой куш. Вот, 600 рублей был прошлый у нас бюджет нашего конкурса, призовой фонд, так сказать. Никто не угадывает, мы повышаем его каждый раз на 100 рублей. Сейчас на матч Слуцк-Энергетик-БГУ у нас уже повысилось на 100 рублей. Итого у нас призовой фонд составляет 700 рублей. Так вот, как забрать эти 700 рублей? 700 рублей, чтобы забрать, ребятки, нужно быть подписанным на все наши ресурсы, на этот канал, поставить лайк этому видео. Второй канал у нас, там тоже прогнозики у нас по возможности в описании под этим видео. Лайв, телеграм-канал у нас, подпишитесь, и также инстаграм. Так вот, ребятки, чтобы забрать их, нужно угадать минуту первого гола матча, написать в комментариях, и также написать, кто результат, то есть второго тайма. P1, ничья, либо P2. Вот. Кто угадает первый, тому я скину на Киви 700 рублей. Участвуйте, зарабатывайте. Ну и приступим к прогнозику к нашему. Кстати, ребятки, спонсор нашего выпуска является БК Малбет. Ссылочка в описании под этим видео, первой строкой Twitter. Переходите. Вводите при регистрации промокод MWIN и получайте до 10 400 рублей на свой первый депозит. Святая дружба, импульс, вера, энергия, азарт и крик и взрыв вулкана. Мелбет. Азарт в твоем сердце. Ну а что касается моего мнения по поводу матча Слуцк-Энергетик-БГУ, здесь я вижу фаворитом дома при родных стенах, на родной травке, конечно же, Слуцк. Ну, победу брать опрометчиво, коэффициентом 2.07 на победу. И поэтому я здесь возьму основную свою ставочку, сделаю для прогруза Слуцк 1 больше, тотал 1 больше, коэффициент 1.54. И второй мой прогнозик будет на этот матч. Слуцк, фора 0, коэффициент 1.57. Согласны, поддержите меня лайком. Не согласны, пишите в комментариях свое мнение. Не забывайте про конкурс. 700 рублей в банке. Угадайте минуту первого гола матча и результат второго тайма. Оставайтесь FrontBet.